Хорошо, Ференц. Только ты спешишь. Гайдена надо играть спокойно. Спокойно. Помнишь, я о нем рассказывал? Благодаря ему твоего деда взяли в оркестр князя Стергази. Ну, а потом старый князь умер, а молодой не любил музыку. Маэстро Гайден уехал в Лондон, а твой дед попал в эту глушь. Да так и застрял здесь. Вот так-то. Ну, еще раз. Мне скоро уже нечему станет и учить. Мы должны что-нибудь сделать. А что, если ты поедешь с ним в Пожень? Нет, может быть, лучше не в Пожень. Может, в Вену, Гумелю или Черни? Замечательно. Повторить. Замечательно, еще раз. Почему так обращаетесь со мной, господин учитель? Как мой мальчик? Для чего вы заставляете меня повторять этюды, если говорите, что это замечательно? Чтобы было еще замечательнее. Прекрасно, господин Лист. Но мне не терпится узнать ваше мнение о Тальберге. Его концерты здесь наделали столько шума. Это вполне естественно, ведь Париж помешан на знаменитостях. Умные люди говорят, что Тальберг первый пианист мира, а вы единственный. Стоит ли вам повторять, в каком восторге от вашей игры? Игра? Всегда лишь игра. Разве вы не понимаете, что я хотел бы слышать от вас совсем другие слова? Да будьте вы, наконец, серьезны, Франсуа. Померяйтесь силами с Тальбергом. Это будет прекрасный турнир двух трубадуров в духе рыцарских времен. Я понимаю, графиня Мария Дагу мечтает о состязании трубадуров. Но вы забываете, что времена рыцарства давно миновали. Мы живем теперь в эпоху газет, которые стравливают нас с Тальбергом так, будто мы с ним два бойцовых петуха. Ах, Франсуа, у наш прозаический век все опошляется. А что думает об этом турнире Гектор Берлиоз, этот ненавистник всяческой пошлости? О, Берлиоз уверен в моей победе. С обычной своей склонностью к преувеличениям он называет меня пианистом будущего. Во всяком преувеличении есть доля истины. На это я и надеюсь, Мари. Франсуа,
Померите силами с Тальбергом. Я приглашу своих друзей. Жорзан, Гюго, Россини, Берлиоза. Прошу вас, Франсуа. Сделайте это ради меня. Хорошо. Но только ради вас, Мари. Виртуоз, но слишком благовоспитанный и манерный виртуоз. И зачем он играет свое собственное сочинение? Я тоже буду играть собственное произведение, а не лунную сонату Бетховена. Что вы на это скажете? Скажу, что вы настоящий композитор, а Тальберг переливает из пустого в порожнее. Это во-первых. А во-вторых, Бетховен затрепетал бы от радости и гордости в своем гробу, если бы он мог услышать, как вы играете его сонаты. Тальбергу не под силу такое. Хотя он считается лучшим пианистом Австрии. Но ведь вы знаете, господин Берлиоз, что его ценят не только в Вене. Его полюбили и в Париже. О, мой друг, вам грешно жаловаться на равнодушие парижан и парижанок. Я вовсе не жалуюсь. Это было бы недостойно. Ну, а тем паче для подлинного художника. Готовьтесь к сражению, милый художник. А я пойду в зал, чтобы послушать вас. Желаю удачи.
Великолепно, не правда ли? Да, где да. Тальберг? Тальберг! С болью в сердце признаю, вы победили меня, Ференц Лист. Желаю вам много-много счастья. С сегодняшнего дня ваш величайший поклонник Тальберг. Вот видите, Франсуа, стоило это сделать. Это триумф. Вы считаете, триумф? Господин Ференц Лист. Пусть войдет. Я бросил все и приехал, как только узнал. Я разделяю ваше горе, дорогая. Я понимаю. Ну, хорошо вам, Франсуа. Дорога, деятельность, труд, успех. Я потеряла дочь. Порвала с мужем. Мучительное одиночество снедает меня. А я, окруженный людьми, разве я не испытываю одиночество? Каждый день. У вас есть высокая цель. Вашей музыкой вы делаете людей счастливыми. А я? Кто сделает счастливым меня? Вы должны уехать со мной. Нет. Уедем, Мари. Это невозможно. Это невозможно. Прекрасная серенада. Юноша прощается со своей возлюбленной. Мелодия просто великолепна. А чье это, Мари? Не знаю, гондолеры часто поют серенады на стихи Торквато Тассо. Торквато Тассо? А кто это такой? Великий поэт. Жил в 16 веке. Великий и несчастливый. Гёте написал драму о нем. Послушай. Так с быстротой дня быстрого уходит и цвет молодой, и свежесть юных лет. Весна придет, но снова не приводит к нам юности и негу чувства след. На утре дня, покуда взор находит всю прелесть в ней, сорвемте розы цвет. Цветок любви пусть мы теперь погубим, пока еще нас любят, и мы любим. Да, пока еще нас любят, и мы любим. Нас любят и мы. Мари, без тебя я был словно слепой. Ты мне распахнула окно в мир. Что ты, Франсуа? Ты столько смотрел, видел. Смотрел, но ничего не видел, Мари. До встречи с тобой любой город для меня был лишь пристройкой к сцене, на которой я выступал. Войдите.
А, спасибо. Выступление, концерт. О, Мария, это тебе. А. Наводнение в Пеште. Господин начальник полиции. Ваше Величество, сведения о господине Листе, которые мы получили, весьма неблагоприятные. Бунтовщики смутьяны, сочувствуют французской революции, отрицают церковь. Открыто сожительствует с супругой графа Дагу. Всюду, где бы он ни бывал, за границей или в империи, господин Лист не скрывает своих крамольных убеждений. Узнав о наводнении в Пеште, сразу начал собирать деньги для этих венгров. Легкомысленный и тщеславный человек. Но, несомненно, с очень большими музыкальными способностями.
соответствии с вашим пожеланием, маэстро, весь сбор от концерта я передал в помощь пострадавшим от наводнения в Пеште. Около 26 тысяч. Очень вам благодарен. Это уже Венгрия? Да, маэстро. Отчизна моя, опять я с тобой. Здравствуйте.
Прими эту саблю. Саблю короля Стефана Батория. Как символ нашей любви и как память о Венгрии. Никогда не забывай ее. Эта сабля, которой в битвах за родину сражались богатыри, теперь попала в слабые мирные руки. По-моему, это символично. Это означает, что именно от нас, мирных служителей искусства, сегодня ожидает наша Венгрия для себя новой славы. Но когда настанет час, мы вынем из ножен эту саблю и отдадим до капли свою кровь за нашу родину. Тихо! Тихо! Прошу вас. Поэт Вере Смерти! Музыкант, всемирно знаменитый, верен ты стране своей родной. Разве могут быть тобой забыты все страдания Венгрии моей больной? Ты услышишь в странах отдаленных, как отчизна станет эту песнь повторять устами миллионов. И тогда ты снова будешь здесь. Вместе скажем, славить небо надо. Есть еще душа в сынах Арпада. Тихо! Тихо, господин. Счастливого пути, княгиня. Я очень рад вас приветствовать в нашем отеле, господин Ференц Лист. Вот, пожалуйста, самый лучший номер. Спасибо. Маэстро, я к вашим услугам. Хорошо, хорошо, только зачем же так громко? Я предлагаю вам свои услуги, маэстро. Какие же это услуги? Любые. О, это много. Умоляю вас, выслушайте меня. Слушаю вас, сударь. Я еще вам не представился, маэстро. Гаэтано Белони из Болоньи. Моя профессия – импресарио. Жизнь свою я посвятил тому, чтобы облегчить жизнь великих, по-настоящему великих, самых великих мира сего. Наем зала, отопление, освещение, расклейка афиш, продажа билетов. Неверно говорят, что хорошему вину не нужен красивый ярлык. О, еще как нужен. Словом, до того самого возвышенного момента, когда зазвучит ваш рояль. До этого момента вся тяжесть будет лежать на моих плечах, на плечах вашего покорного слуги. Красивая эта жизнь, красивое и возвышенное, великолепное призвание. Я чрезвычайно тронут вашим предложением, господин Белони, но, к сожалению, не могу им воспользоваться. Свои дела я всегда веду сам. Но, маэстро, маэстро, вы меня обижаете. Если вы думаете, что на мое предложение хоть какое-нибудь влияние оказал тот орган, который профессора анатомии называют карман, вы ошибаетесь. Я лишь один из многих смертных, которые после концертов Листа толпятся у сцены, задыхаются от восторга и аплодируют. Маэстро,
Разрешите мне стать вашим первым слушателем и неизменным слугой. Я вынужден отдать вам должное, господин Беллони. Меня совершенно потряс ваш поэтический и вместе с тем коммерческий размах. Вы так же прекрасно мелите языком, как я играю на фортепиано. Извините за нескромность. Впрочем, к чему нам говорить друг другу комплименты? Все равно мне от вас не отделаться. Итак, вы мой секретарь. О, маэстро! Это мгновение осуществили самые смелые мечты моего детства. Какая невиданная наглость, безобразие. Кто позволил? Где она живет? Артистка. Второй этаж, второй номер. Маэстро, это моя обязанность. Нет, это уж я сам. Лампа-ля-ля-ля-лампа-ля-ля-лям-пам-пам-па. О, господин Лис. Позвольте спросить, по какому праву, сударыня? Было бы из-за чего сердиться. Кроме того, это выдумал мой импресарио. Рядом с моим именем. Я была возмущена, это просто недостойно. Недостойно использовать мое имя. Я протестую. Имени Лолы Монтес достаточно, чтобы зал был набит до отказа. Но мой импресарио... Протестуете, это мило. И очень вас прошу, не приходите. Обещаете? Если даже злоупотребляют моим именем, я и тогда верен своему слову. Но это же не ваше. Не ваше слово. Пусть будет моим. А если? Я велю вас выгнать. Я имею на это право. Это мой концерт. Не посмеете. Я написал музыку для несравненной Лолы Монтес. Надеюсь, госпожа Монтес не откажется станцевать под мой аккомпанемент.
милая перелетная птица. Ты моя любовь. Это ты перелетная птица, красивая птичка с яркими перышками. Нигде не вьешь себе гнезда, ты не домоседка. Кружишь беззаботно по всему свету. Летишь куда хочешь. Значит, завтра полетим вместе? Конечно. Конечно, вместе. И ты никогда меня не покинешь? Никогда. Никогда. Минуточку. Как же так? Маэстро, вы отказываетесь от концерта. Скандал. Это кольцо передадите госпоже Монтес. Вы езжайте со мной на следующей почтовой карете. Лишиться общества такой очаровательной дамы. Я думаю, лучше, если я полечу один. А. О, господи. Удивительно. Обычно она на берегу встречала. Мари! Мари! А может быть, письмо не дошло? Ничего не понимаю. О, да ведь это Козима. Совсем большая стала. Неужели она не узнает меня? Невозможно. Козима. Козима. Это я, твой папа. Мари! Откуда ей знать? Хорошо, если она один раз в полгода увидит отца. Мари! Что с тобой? Ничего. Ну, что было в Германии? Что было? Ну, Дрезден, конечно, прекрасный город. Огромный успех имела моя обработка Моцарта, ты еще не знаешь. Был там один молодой человек, чудак, второй дирижер театра. Никак не могу вспомнить его фамилии. Такая обычная фамилия. Он кричал, что надо было бы сжечь все театры, если бы в них хоть иногда не исполнялись настоящие произведения. Он имел в виду мой парафраз на тему Дон Жуана. Вагнер, его фамилия Вагнер, вот как. Ты видела что-нибудь подобное? Взять и сжечь все театры, м? Ты на меня так странно смотришь. Дон Жуан? Mm-hmm. Большой успех имел твой Дон Жуан. Большой успех? Да как тебе сказать? Такой, как у меня бывает часто. Хотя он должен был бы иметь совершенно необыкновенный, из ряда вон выходящий успех. Я тебя не совсем понимаю. Взгляни на этот, друг мой, взгляни. А, Лола Монтес. Я встретился с ней в Дрездене, представляешь? Она написала в афише, что в ее концерте примет участие Лист. И ты принял участие? Ну, конечно, иначе бы она попала в неловкое положение. А она не сообщила на афише место, где потом состоялось ваше любовное свидание? Дон Жуан. А даже если бы это было так... Кто виноват в этом? Кто хотел, чтобы все так было? Кто хотел, чтобы я так жил? Чтобы как сумасшедший гонялся за тем, что называется славой? Все они, Свет, ты, Мари! Ты! Да, ты! А мне хотелось бы только одного жить здесь. Возле тебя и работать в тишине. Возле меня? Жить в тихой обители? А ведь я прекрасно понимаю, Франсуа, что такая жизнь вполне устроит тебя сочинять музыку в тишине и уюте. Конечно, хорошо иметь тихую обитель. Но если у меня нет желания сидеть с тобой в ней, ты что, собираешься жить на средства жены графа Дагу в ожидании будущей славы? Но ты ведь знаешь, чего я хочу, Мари. Нет, ничего ты не хочешь. Ты поддаешься воле случайности, событий, Белони, каких-то там ничтожных лол. Или бог знает, как их зовут. Дон Жуан. Неотразимый Дон Жуан, который уже так хорошо знает, кто такой был Тассо, Данте, Гёте. Просто обыкновенный Дон Жуан.
Но, маэстро, то выложить, то уложить. Не успели распаковаться, опять запаковываться. Знаете, Белони, каким я был зеленым юнцом, когда впервые встретился с Мари. Она обогатила мой незрелый ум. В ее парижском салоне я познакомился с Гюго, Жорзан, Дюма, Берлиозом. Маэстро, а может лучше помириться с ней, а? Для меня это уже тюрьма, кругом решетки. Надо мне находить свою дорогу. Тогда в путь. Все в порядке. Счастливого пути. До Петербурга далеко? Да, порядочно. Да. И скоро мы доедем туда? По такой дороге на третий день. Велика эта страна, сударь. Очень велика. Спасибо, поспешим. Пошли! Первый концерт у нас где? В Санкт-Петербурге. Ну вот, кажется, все готово. Да. Вы спешите, я вижу. Я же говорил... Князь Голицын приглашал на охоту с облавой. Но неудобно же отказываться. Конечно, я бы с большей радостью провел это время с вами. Но на Рождество вы приедете, не так ли? Ну, помилуй бог, Каролина, всего несколько дней. И поэтому вы уже отправили два воза с вещами? Ну, вы же знаете, в какое общество я еду. Я не могу позволить себе перещеголять. Хорошо, некий бог с вами, я просто так сказал. Каролина... Я прошу вас, Каролина, возможно, доверенный князь Радзивилла обратится к вам с просьбой. Сколько? 60 тысяч. Но, право, честное слово, это в последний раз. Оставьте некий бог с вами. Через меня ты обретешь желанную родину, ад или рай. Thank you.
Пожалуйста, прошу вас, проходите. О, какой чудесный день, какой потрясающий вечер. Мы покорили Петербург. Маэстро будет безмерно счастлив вас видеть. Господа. Маэстро, я не нахожу слов. Мы не забудем этого до самой смерти. Благодарю вас. Этот день отныне и навеки священен, маэстро. Позвольте, маэстро, представить вам нашего Глинку. О, милый Глинка. Для меня это большая честь. Ваше Величество, господин Ференц Лист.
Ваше Величество. Я рад с вами познакомиться. Жалею, что не смог присутствовать на вашем концерте. Я понимаю, Ваше Величество не располагает временем. Моя супруга слушала вас в Ваймаре. Она была в восторге. Я хотел бы разделить с ней этот восторг. Я слышал, вы австриец. Я венгр, Ваше Величество. То есть подданный Его Величества императора Австрии. Говорят, венгры – доблестная нация. Да, Ваше Величество. Доблестный и свободолюбивый народ. Значит, правда. Нас уведомили, господин Лист, что вы сторонник неких идей, которые модны в Европе. Правда, Ваше Величество, я сторонник благородных идей. Но, увы, мое войско всего лишь эти 10 послушных солдат, а поле битвы – белые и черные клавиши моего рояля. Надеюсь, это малость не тревожит, Ваше Величество? Не будем преуменьшать роль вашей армии и вашего поля битвы. Весьма польщен. Что еще тревожит, Ваше Величество? Ваши волосы и политика, сударь. Сожалею, Ваше Величество, но волосы я отпустил в Париже. Я ведь артист. А политикой не занимаюсь. Для этого мне не хватает 200 тысяч солдат. Скажите, сударь, бывали ли вы в бою? Ференц Лист, пианист. С кем имею честь? Князь. Николай Сайн-Витгенштейн. Позвольте, я повторю свой вопрос. Бывали ли вы в бою? Никогда. А вы, сударь, давали концерты? Сударь, если бы не было нас, солдат, не знаю, кто бы защищал ваши жизни. Сударь, если бы в нашей жизни не было возвышенных мгновений, я не уверен, что ее стоило бы защищать. Красиво, но чересчур эффектно. Почему вы не играете, Лист?
Когда русский царь говорит, даже музыка должна умолкнуть, ваше величество. Прошу вас, Лист, продолжайте. Велите закладывать и собираться, Варя. Мы на несколько дней едем в Киев. Хорошо. Прекрасно все получается. Маэстро Лист весь сбор от своего концерта решил отдать в пользу неимущих. Ни один человек не уходит, не пожертвов. Великолепно. Княгиня Каролина Сайн-Витгенштейн. 100 рублей. 100. Она единственная не аплодировала. Да. Да-да. Княгиня, разрешите представиться. Ференц Лист. Вам не надо представляться. Вас знает весь мир. Хочу поблагодарить вас за вашу щедрость. Вас надо благодарить за то, что вы делаете.
Извините, вот письмо для господина Листа. Благодарю. Прочтите. Рада буду видеть вас у себя в Воронинцах. Княгиня Каролина Сайн Витгенштейн. Маэстро!